Здравствуйте, зрители моего канала. Сегодня я хочу вам показать кустик ежевики сорт Black Jam на 21 июля 2022 года. Вот он так выглядит. В данном кустике была сделана одна прищипка на высоте примерно 20 сантиметров. Вот я его здесь сделал, и он раздвоился, с пазух пошли два побега. Я хотел сделать вообще на нее двойную прищипку, но где-то сантиметров на 40 у него появились бутоны, но я уже не стал ничего это проводить. И здесь вот он так вот красиво цветет, и даже уже похоже завязалась почти ягодка. В прошлом году он посажен был, этот кустик, очень поздно, в октябре, поэтому он такой как бы не очень большой у меня. Всего один побег у него был, два точнее. И сейчас я вам покажу, как выглядит на сорте Primatrix Freedom латерал, который остался на маленьком-маленьком пенечке прошлогодней. На нем уже ягодка завязалась. Сейчас посмотрим. Это у меня кустик Primatrix Freedom. У него на большом маленьком пенечке прошлогоднем, вот он, такой вот побег, на котором ягодка, соответственно, чуть-чуть пораньше отцвела, и он дал вот три завязавшиеся ягодки. То есть получается, по большому счету, ну, не намного и раньше. То есть я это к чему говорю, есть смысл все-таки в прищипках, так как это действительно, ну, актуально. То есть вот здесь вот ягодка завязалась, она уже, ну, скоро начнет спеть. И на соседнем Black Jam тоже, в принципе, уже начинает ягодка завязывать. Но разница, наверное, пару недель. Для кого-то это критично, но для меня, как для начинающего, пока, в принципе, это роль не играет. У меня вот несколько кустов Freedom и Black Jam здесь. Мы находимся на Урале Южном, Республика Башкортостан. Но это у меня закрытый грунт, защищенный. Поэтому здесь немножко все по-другому. Это не открытый грунт. Как будет вести себя Freedom, Black Jam на открытом грунте у нас, я пока сказать точно не могу. А сейчас посмотрим, что еще интересного есть на других кустах. Вот на лохте уже висят такие созревшие и даже немножко переспевшие ягодки. То есть у меня даже вот мы парочку собрали. Такие вот небольшие ягодки. Здесь вообще я показывал, вообще не стоило им давать, конечно, цвести, так как это саженцы с укорененной верхушки, и он, бедолага, не дает мне побег, замещение. Я снимал ролик, там показывал, по идее так делать нельзя. Вот на этом побеге здесь еще цветет. Так что вот такие дела.